Здравствуйте, меня зовут Ната. Я являюсь клиентом клиники Медеус вот уже год и хочу с вами сегодня поделиться своим опытом, а также опытом моего самого-самого близкого человека, моей мамочки. Год назад мы пришли в клинику Медеус за поиском такого альтернативного метода лечения непростого диагноза, который поставили моей маме в достаточно молодом возрасте. Это стеноз аортального клапана. Это когда уже один из клапанов сердца плохо качает кровь и вызывает, соответственно, плохое самочувствие. А в традиционной больнице нам сказали только один выход из этой ситуации – это операция, это замена этого клапана на пластик, но как не я, так и мама, мы не были готовы к такой операции и были уверены, что есть какие-то другие возможности лечения, и вот как раз такое лечение есть в этой клинике. С самого первого дня, когда мы пришли, нас очень круто поприветствовали, очень всегда улыбчивый персонал, врач Ирина Вячеславовна, это вообще отдельная душка, это такой человек, который он вам всегда будет сопереживать, он всегда будет готов сделать максимум для того, чтобы вы были здоровы. Врач действительно выкладывается на все 100%. Нам назначили лечение и аппаратное, и БАДы, и витамины, прописали определенный образ жизни, питание, то есть создали такой максимально классный комплекс. И вот уже в течение года, каждые 3 месяца, мама приезжает на лечение. Конечно, данный диагноз мы не можем излечить на 100%, но мы его можем хотя бы отсрочить. И как раз это является на данный момент очень важным для нас. Со своей позиции хочу сказать, что после того, как я увидела крутые результаты у мамы, у нее хорошее самочувствие, она радуется жизни, она больше не боится, не переживает, что сегодня у нее болит сердце, и она не может встать. Поэтому я тоже с удовольствием прошла и диагностику, и лечение. Конечно, у меня нет каких-то таких там супер острых моментов со здоровьем, слава богу, но диагностика показала в зародыше какие-то моменты, и я сейчас стараюсь вести такой образ жизни, чтобы их не усугублять. Подводя итог вот такого отзыва, я хочу сказать, что вообще все, что здесь происходит, это меняет жизнь, если, конечно, человек к этому готов. Это не такая, знаете, таблетка, которую ты выпил, и тебе сразу стало хорошо, и ты чувствуешь себя круто. Это путь, который ты делаешь сам, который тебе помогают делать врачи, но который приведет к тебе здоровью, классному иммунитету и хорошему самочувствию. Я от всей души благодарна всей команде, прихожу, зову друзей, зову всех своих близких и рекомендую и вам от души.